Фагатини – это миниатюрные итальянские закусочные слойки, которые могут быть с самой разной начинкой, в том числе и с десертной. Готовится очень просто и быстро, в этом рецепте два варианта начинки. Фагатини готовится очень просто и очень быстро, особенно если у вас найдется пластина замороженного слоеного теста. Начинка может быть самой разной, в том числе и сладкая из джема, фруктов, нутеллы. Форма фагатини тоже имеет различные варианты. В этом рецепте приведены два варианта начинки для фагатини. Слоеное тесто 250 грамм готовое. Помидор 1 штука. Моцарелла 70 грамм. Оливки 8 штук. Маслины 8 штук. Томатный соус 50 грамм. Бекон сырокопченый 50 грамм. Орегано 1 чайная ложка. Базилик 1 чайная ложка. Яичная болтушка 1 столовая ложка. Пармезан 1 столовая ложка тертый. Количество порций 4. Подготовьте ингредиенты. Раскатайте пластину слоеного теста толщиной примерно в 3 мм. Нарежьте на квадратики. Первый вариант начинки. Выложите на тесто пластинку помидора, лучше если это будут мелкие помидорчики, типа черри, на помидор выложите кубик моцареллы и маслину, посыпьте базиликом. Защипните концы теста в узелок. Второй вариант начинки. Нанесите на тесто немного томатного соуса, выложите дольку помидора, сверху добавьте щепотку тертой моцареллы. На моцареллу выложите пластинку сырокопченого бекона, оливку, присыпьте орегано и защипните тесто в узелок. Выложите фагатини на лист для выпечки, смажьте яичной болтушкой, присыпьте щепоткой пармезана. Выпекайте 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Подавайте фагатини к столу, они подойдут в качестве закуски на фуршетный стол, да и просто по любому случаю. Приятного аппетита!